перекусить, согреться, высушить одежду, все промокло под ливнем, и отправиться в путь. Приятного аппетита, приятного закусончика. Тимоха греется у костра в заброшенном доме заброшенной деревни. Ладно, от балаклавы можно пока избавиться. Немедленно нужно обыскать полицейский участок. Еды не удалось найти в этой деревне. Так. Работая от МК-2 либо Спортер, я вам скажу, что он зря работает. Ути какой, смотрите, у нас пассажир. Ути у нас какой пассажир там, смотрите. Закрылся, короче, в сарае. Прикиньте. Сейчас из сарая выйдет, и мы его замочим. Так, выходит. Дверь открыл, не выходит что-то. Опять закрылся, блядь. Ну и сколько он там будет сидеть? Дверь-то... Я говорю, дверь открылась, а он-то где, блядь? Блядь, их двое, короче. Ядрическая сила. Один что-то по крыше там бегает. Так, сближаемся по дистанции. Вон один, видите? Ладно, давайте пока этого заберем. Но надо держать в уме первого. Нет, это не тот же, потому что тот был в белой... Блядь. Это чё за лаги? Я вообще не понимал, куда мне стрелять. Прикиньте. Их чё, трое здесь? Я уже троих разных видел. Охренеть. Вот и этот вышел, пассажир. Так, одного забрал, вот этого как раз. Все, мертвый лежит. Че, братка, двустволка у тебя? Извини, она нам пригодится. Блять. Теперь у меня проблемы с зомбаками, и мне нужно собрать стамину. Так, хотя бы удалось уработать вот этого самого непонятного. Сейчас будем дальше разбираться с остальными. Короче, у нас трое. Давайте какое-то время осмотримся. Может быть, заметим какое-то движение. Вряд ли они покинули местность. Они должны мстить за братку своего, за братана. Броня была полицейская на нем, да, и одежда ОМОНовская там была. Тимофей так крепко сжимает холодный металл CR-527, что у него онемели пальцы. Так, вышел. Лаганый вышел. Ага, выглянул еще раз. И никуда он не вышел. Они сидят в полицайке. Как выкуривать будем, родненькие? У меня граната есть светошумовая. Сгущаются краски, пустеют вагоны. Узорами молнии освещается путь. Скрипели деревья, качавшие кроны. Атмосфера такая. Не передать вам всю жуть. Так, вышел. Один вышел. Не успел подстрелить. Наблюдаем, не спешим. Ситуация под контролем. Нет, вон мента вижу. Сюда идут. Вышел все-таки первый, за ним вышел второй. Деревья перекрывают мне путь. Заходим в спину и мочим. Не удалось пока выстрелить. Есть контакт. По одному отработал. Не по участковому, который. Блять, заклинило нахуй. Пуля-то работает, родненький. Контрольный. Тимоха так испугался, что два раза дал контрольный так. Ёбаная дверь. Второй может быть жив. Второй может быть жив, родненький. Да, готов. Зачистили долину полностью. Вот так. Да. Отлично. Хорошо, пацанчики упакованы. Патроны есть, все есть. Не перезарядил? Да, ты прав. Я со страха не перезарядил, короче. Все, понял вас. Все, понял вас. Теперь у нас есть еда. У нас есть все с вами теперь. Исполнено филигранно Тимофеем. У этого даже удалось бронежилет сохранить. Так, и ЦР-очку. ЦР-очку мы у вас изымаем до выяснения обстоятельств, с какой целью вы тут ходите с оружием. Так. Да еще и с магазином. Ну что ж, по красоте. Сейчас все сделаем мы с вами. Так, сейчас разделаем, сделаем себе рюкзак. И дальше будем уходить. Бронь надо вычинить, рожу, совершенно верно. Сейчас просто я хочу отступить уже куда-то. В охотничий лагерь сейчас сходим. Здесь недалеко. Но сперва мы должны разобраться со всеми трупами. Они рюкзак с него сняли, смотрите. О, точилка есть, офигеть. А они разлутали его, короче. Они его все-таки разлутали, прикиньте. То есть я мог тупо труп пасти. Но я не мог, потому что меня зомби атаковали. В этом была причина. Блин, сикаю на эту военку заходить. Сусь, когда страшно. Страх надо перебороть. Да, сжать зубы. Посильнее сжать рукоять винтовки. Я промазал. Ублюдок криворукий промазал. Так, внимание, внимание. Дать надо не допустить. Ах, я в ахере, они все мои. На в свой красный глаз. Пытаемся выследить челик. Че, может, в старое все-таки побежал, слушайте? Потому что он зомби убил, смотрите, вот здесь. Так, напарников я тоже не заметил. А я ведь попал. Разве нет? Походу он нас нашел. Так, все, внимательно собрались. Двое, что ли, все-таки? Опасно. Один готов. На глушняк. нету таблов нихуя. Господи ты, божечки ты мой. Так, лежать. Естественно, никаких медикаментами не пахло вообще ни разу тут. Ни с какой стороны причем. Бьет зомби. Я же говорил. А вы один-один. Да не был он один. В полицайке, наверное, засел. Я хер знает где еще. Слева заряжает. Заряжает стволы слева. Да, он в полицайке. Блять, хотя может быть вот здесь, слушайте. Вот здесь может быть. В полицайке он сидит. Бегает по полицайке. Сейчас будет выходить, походу, да. Вот и поймали мы тебя, братка. Не твой сегодня день. Прям на нас вышел. Прям на нас вышел. Готов, боец невидимого фронта. Терпение, товарищи, друзья. Терпение и труд. Все перетрут. Так, отлично, наши патроны. Ну давай, давай, родненький. Слушайте, у меня места катастрофически не хватает. И что делать-то мне с этим? Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Так. Ну что, братишка, ты тут притащил нам? Все самое ценное, естественно, будет у тебя конфисковано. Абсолютно все. Так, а штаники ты не хочешь ли нам отдать, а? Мне кажется, надо. Так, штаники его нужны нам с вами на самом деле. Внутренний врач внутри Тимофея говорит, что состояние ваше, сударь, крайне хреновое. Так, подождите, мы... Блядь! Ты чё, дурак, блядь? Рычажка! Блять, места нету, пиздец. Есть еда немножечко. Немного спрячемся, раскидаемся, родненькие. И дальше пойдем. Блять! Очередную двойку раскидал Тимоха. А я и предполагал, что не один, гад, что не один типочек хорошо упакованы кибальчиши, можно перекусить. Можно перекусить и их разоружить. Ну, блин, я надеюсь, вас двое или нет, блин? Господи, это... Вы поняли, да? Он стоит, блин, у этой. Это зомбак, короче. После того, как я пролутаюсь, я смогу здесь байтануть. Здесь тело. По крайней мере, было очень недавно. Вон он. Вижу его. Главное, чтобы он меня не услышал, нихера. Ну чё ты перестал ходить-то, а? Вон он. Ага. Подходим ближе, нужно сократить дистанцию для обстрела. Блять, но он меня услышит. Сейчас посмотрим. С какой стороны типок выйдет? Вот в чем вопрос. Я предположу, что с этой. Бля. Хуя там папа, блядь. Охренеть, вот это путь был у Тимохи просто вообще лютый. Но он закончился здесь. Тимофей произнес молитвы, которые знает с детства. Поэтому теперь он готов. Теперь он найдет демона в обличии человека. Имя ему. Искать там эти объедки, потому что он все магазины, все подоставал. Ни бинтов, ни ножа. Да, про бинты я помню, поэтому хочу отправиться, собственно говоря, в больницу сейчас данного населенного пункта. Ну, чел быстро идет нас. Я его вижу, но что поделать? У него калаш, он работает с калаша. Мне нечем бинтоваться. Я не могу выйти на стрельбу, потому что он меня моментально замочит, как только я начну входить в прицел. Нужно, чтобы он пошел за нами. Это еще при условии, что он будет один. Мы его нашли, родненькие. Но стало ли нам от этого легче? Ох, не знаю, ох, не знаю. Блять, ножа-то нет. Да ёп. Нет слов, блять. Ситуация критическая. Ситуация. Я видел его, как он сидел, видел, как он стрелял. И вы не представляете, какое это тяжелое чувство, когда ты не можешь ничего сделать. Хотя противник, вот он перед тобой. Блядский рот, где же найти-то чё, а? Нет, нет, ублюдочные ублюдки, нет! Блядь, я ж вытекаю, как сучка. Только не надо говорить, что мы сдохнем от потери крови. Нет, это пиздярики, это пиздярики. Прикиньте, реально так сдохнуть, блядь, это пиздец. И мне даже нечем от этих упырей быстро разобрать их. Мне перевязываться надо. Чё мне толку-то от штукатурок от этих? Блядь, это пиздец. Ранение пулевое, поэтому кровь сочится с огромной скоростью. Нет, 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 пожалуйста. Если есть Бог на свете, ты обязан спасти Тимоху. Еще и больница у нас с вами есть. Я двигаюсь именно туда, в надежде найти бинты и срочно, блядь, хоть бандану вы прикиньте сейчас найти. Ой, какой пиздец. Ну как же так? Почему ни раньше, ни позже? Заткнись, зомбятина, блядь, тупорога. Заходи сюда, ублюдок конченый, а! Да заходи, блядь, быстрее, животное! Безрогая, сука, тупая мразь, блядь! Нихуя у него нету. Тупорогое животное, блядь, забирает наше время драгоценное, которого у нас... А медицинской банданой можно перевязываться? Блядь, нихуя. Это только можно обычной банданой делать. Да какие нахуй... Есть, есть контакт, родники, есть! Но мы уже потеряли слишком много крови, и мы будем падать в обморок по этой причине. Так, сумеем ли мы скрафтить комплект физрас... Так, подождите, сумеем, да? Да, черт возьми! А вы говорите, зря в церковь сходили. Нифига! Быстрее, быстрее! Не падать в обморок, не падать! Держаться! Держаться до последнего! Да! Да, да, да! И у меня только БК-18. Принимаем бой. Проблема, что если он внимательный, то он, естественно, Нет, он там же. Я думал, что он продолжит преследование, тем более после того, как я стрелял, поймет, что я нахожусь именно здесь, в больнице. Ну хорошо, чувак, тем легче нам. Пока по предварительным данным... Он остался там же. Ну, естественно, как вы понимаете, сидеть Тимофей не будет теребонькать так. Ну, по крайней мере, долго не будет этого делать. В любом случае, стараемся заполучить хоть... Ты чё, блядь? Ах ты, тварь безрогая, сутулая. Я его вижу. Я его вижу, он перемещается по горе. Но как мне снять его с БК-18? Ситуация на самом деле сложная. Вариантов развития событий у нас 3. Первый. Я бы даже сказал, наверное, 4. Да? Первый вариант. Мы сейчас попытаемся обходить его с тыла и надеяться, что он лежит в месте, где папы. Надеяться на то, что он нас не услышит, на то, что мы его увидим первыми и сможем еще убить с помощью одного выстрела. Крайне призрачный, не правда ли вариант? Тимоха был бы не Тимоха, если бы не первый вариант. А первый вариант, что я там озвучил, чтобы в тыл к нему заходить? Ну надо рассчитывать... Ну, не, уходить это, блин, ну, как бы... Разум-то, конечно, да. Ну, в руки не дрожали. Бля, что за тайминг? Только отошел покурить, у вас экшен. Евгений, спасибо большое за поддержку, да? Я умею такие тайминги делать. Че, не получилось, братка, да? Но это не... Ой, какой... Какой же ты жиробас, родной. Охуеть, блядь. А вообще калаш, слушайте. Походу нашел я нашего лутателя. Все-таки зрение меня не подвело. Че, лежит, братка, отдыхает? Но меня смущает, что есть кто-то еще. И вот это кто-то еще знает, где он, поэтому я боюсь подходить к трупу. У него повязка, во. Не знаю, я боюсь подходить к нему, еще что-то лутать. Не знаю, это всегда меня подводит на самом деле. -2. Тундра. Это, братка, хорошо. Тундра — это очень хорошо, родненький. Блять, сильно поврежденная, все разъебанное, блять. Так, я же сказал, двое их. Господи, что за... Сегодня день-то таймингов в мою пользу. Аж страшно становится. Нахер мне больше ничего не надо. Бляха-муха, вот все просто орет. Уходи, уходи, уходи. Скупой платит берегу. Ну, вон, посмотрите, эта тумбочка за спиной. Ну, как вот это вот можно не увидеть, блядь? У него нет больше патронов на калаш. Вот это чертова, черт бы ее подрал, несправедливость. Так. Давайте уж разлутаем хлопцев, как положено. Так, быстренько, быстренько работаем. Не знаю, все основное, считаю, теперь... Кстати, у них повязки какого-то хуя разные, блядь. Какого-то хуя разные повязки, блядь. И я не знаю, какого это хуя, они разные. Поэтому я взял все, что мне надо, и нахрен отсюда. Минутой ранее. Повторная разлутка всегда приводит меня к смерти. Пожалуйста, результат на вашем экране.